Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий», в которой мы расскажем об астрологическом прогнозе с 20 по 26 ноября. Овнов на этой неделе ожидает настоящий калейдоскоп событий, касающихся и вашей карьеры, и финансового положения, и отношений с любимым человеком. Если вы попробуете свои силы в других видах деятельности, то, возможно, вам удастся найти новый источник дохода. Тельцы, которые всегда стремятся к размеренному образу жизни, на этой неделе вряд ли смогут рассчитывать на спокойное времяпрепровождение. Будьте внимательны 23 и 25 числа, не принимайте необдуманных решений. На этой неделе большинство близнецов получат огромное удовольствие от пеших прогулок на свежем воздухе. Обязательно найдите время в своем графике, чтобы пройтись по осеннему парку. Настроение от таких прогулок точно улучшится. Любовь, семья и родные на этой неделе для раков выйдут на первый план. Дорогие вашему сердцу люди смогут стать надежной опорой и источником энергии и вдохновения. А если в настоящее время вам не хватает романтики и близких отношений, то до 25 ноября у вас будут все шансы это исправить. Судьбоносная встреча произойдет случайно и настолько неожиданно, что вы совершенно не будете к этому готовы. На этой неделе львы будут покорять вершины, шаг за шагом продвигаться к своей цели. А если приложить все силы и упорство, то обязательно добьетесь всего, к чему стремились. Благодаря высокой коммуникабельности и умению вызывать интерес у окружающих в период с 23 по 26 ноября вы сможете найти нужных людей, укрепить или восстановить связи, которые необходимы для дальнейшего развития. Девам на этой неделе захочется новых свершений и восхищенных взглядов. Всего этого вы сможете достичь, если будете действовать целеустремленно и расчетливо. Наиболее важные вопросы и дела запланируйте на вторую половину недели. Весам звезды советуют в ближайшее время не вступать в конфликты с начальством. Несмотря на разногласия по многим вопросам, доказать свою правоту на словах окажется очень затруднительно. Поэтому постарайтесь меньше говорить и обещать, но больше делать. Очень хорошо, если в союзнике вы возьмете авторитетного человека. Лучше всего представителей знаков зодиака Дева или Лев. Их слова будут иметь большой вес в глазах руководителя. Скорпионы легко смогут найти способы доставить радость не только себе, но и окружающим людям. Поэтому почаще встречайтесь с друзьями и родственниками. Например, отправьтесь в уютное кафе или просто устройте праздник дома. Стрельцы на этой неделе будут в хорошей физической форме, то есть силы и энергии вам хватит для осуществления практически всех ваших замыслов. А у многих представителей данного знака они просто грандиозны. Конечно же, очень многое зависит от людей, которые вас окружают. Поэтому постарайтесь в ближайшее время общаться только с теми, кто приносит вам радость и хорошее настроение. Любые решения, которые козероги будут принимать в первой половине недели в отношении своей личной жизни, должны быть взвешены и тщательно продуманы. В силу сложившихся обстоятельств вы сможете оказаться необъективными к своему партнеру и вследствие этого предъявлять к нему повышенные требования. Постарайтесь контролировать свои эмоции и не допускать несправедливого отношения к тем, кто этого не заслуживает. Приятная речь, гармоничный внешний вид, обволакивающая энергия. Благодаря этому водолеи на этой неделе могут уладить много вопросов, как в романтических отношениях, так и в деловых. А если ваша профессия или хобби связаны с творчеством, то необычные идеи успешно реализуются в этот период. Звезды советуют рыбам с 22 по 26 ноября быть осторожными с новыми знакомыми. К вам могут тянуться люди с корыстными интересами. Сейчас лучший источник энергии – это физические нагрузки. Помните, ваша судьба в ваших руках. Действуйте смело и решительно, а звезды помогут выбрать верный путь.
С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!